Всем привет! С вами Геленджик Лайф, Михаил и Виктория. Сегодня мы отправляемся гулять к водопаду Шнурок в Адырбеевку. Мы думали, куда сходить, и решили сходить сюда. Это недалеко от Геленджика, это небольшой, недлинный маршрут, и есть время, чтобы еще какие-то дела сегодня доделать. Так что мы пошли гулять, пойдемте гулять вместе с нами. А еще здесь всегда очень мало людей, и можно спокойно в такой легкой обстановке прогуляться до водоема. Вот, смотрите, лошадки гуляют. Он уши прижимает, смотри. Да. Там вот этот конь. Самец. Что-то бурчит. Лошадки пасутся внизу, машинки едут, а мы поднимаемся вверх. Здесь находится конюшня, поэтому сюда привозят детей на занятия конным спортом. Дорожку после дождей немножко подразмыло. Стало не очень удобно заезжать, по крайней мере. В горах ничего нет, кроме мусора, да? Да. Вообще. А, кизил цветущий. Тут у нас в Геленджике уже намного обильнее цветение, а здесь, видать, похолоднее немножко, поэтому вот он только тут начинается. Начинает цвести. Да, тоже кизил. Лес еще, видите, совсем голенький. Зато сегодня небо безоблачное, синее, красивое. Указатель к водопаду, к лошадям. Там они слились со стеной. Козочки там. Там еще козлы есть. Куда ты пошел подходить к ним? Они от тебя убегут или дадут тебе козий. Ага, вон там козочки. Видите, ходит. Козя, 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 да. Вот люди куда доезжают. Здесь хоть ветра нету. Давай поднимемся. Смотрите, какие горы красивые. Сейчас поднимемся повыше и вам покажем панораму. Виды красивые. Остатки какого-то разрушенного здания. Ага. Вон люди гуляют. Красиво, да? Да, мы идем немножко другим маршрутом, не по дорожке, а вот хотим до дерева дойти, вот там, с большим отверстием в стволе. Там дупло большое, пойдем смотреть на дерево. Смотрю, здесь много следов от пребывания лошадок, значит, они тут гуляют. Какой красивый живописный дуб. Мне кажется, это конюшня, Миш. Да, конюшни это. Ага. Конюшни. А, ну логично, конечно. Там же подром, там же да. А здесь конюшни.
такое красивое дерево. Устроив фотосессию рядом с дубом. Дуб пушистый, под вид дуба какого-то, да, там. Мы двигаемся в сторону водопадов. В лесу довольно сухо. Можно пройти по вот основной дорожке, а мы сейчас вот обойдем. Пройдем. Скажи лучше, в лесу довольно многолиственно. Многолюдно, я бы сказала. Листья там много здесь валяется сухих. И листьев много валяется сухих. Цветочков нет. Дубы свои. Ага. Дубы колдуны такие прям кучерявые, всякие разные. Раскидистые вообще. Еще пока зелени вообще нет. Ну, так, наверное, далеко смотришь. Буквально через месяц уже туда посмотреть будет невозможно, потому что все закроет листьями и деревьями, которые распустятся почки. Будет много листовые. А сейчас видно отлично, далеко видно все. Мы как-то здесь гуляли вместе с родителями, они приезжали. И попали на тот период времени, когда поспел кизил. Даже набрали немножко кизильчика и сварили компотик. А из кизила очень вкусный компот, в общем, прям очень вкусный. Полянка. Такое же, знаешь, весеннее настроение на самом деле. У нас, как вы знаете, сейчас запретили походы в леса из-за того, что тоже опасная обстановка. Вот. Ну, не знаю, вот я считаю, что вот мне лично ни один парк не может заменить поход в лес. Ни один. Пусть даже самый большой, там, Галицкий, к примеру. Но здесь прикольно. Мне тоже нравится в лесу гулять. Ну, то есть, неправильное решение запрещать людям ходить в лес. А, во-первых, воздух другой, не городской. А то есть природа обалденная, виды классные. Ну я считаю, что людям нужно запрещать, костры разжигать. Да. Сделайте пожарные какие-то отряды, там, я не знаю, там, как бы, ну, есть егеря, да, которые сидят за своим вот, как правильно сказать, участком. Они следят за своим участком. Можно сделать так, чтобы были какие-то, не знаю, там, добровольцы или еще кто-то, которые бы следили для того, чтобы не разжигали костры отдыхающие. Ну и, конечно, везде объявление о том, что разжигание костров, например, запрещено. Потому что просто запретить людям ходить гулять, я считаю, что это неправильно. Но это происходит. Ну да, но это происходит. Ну, давай начнем с того, что мы идем не в лесу, мы идем по маршруту на достопримечательность. Мы идем с вами на водопад Шнурок, а это туристический маршрут. Надеюсь, немножко записалось, как птички поют. Так, двигаемся по дорожке. А заблудиться здесь нереально. Все, мы повернули на дорожку, которая уходит вниз. Уже совсем скоро мы спустимся к реке. Правда, здесь очень грязненько.
неприятненько. В лесу ничего нет, ни цветочков, ничего, только мусор валяется от отдыхающих. Ну, я не знаю, кто тут мусорит. Мы с собой, если что-то берем, мы всегда выбрасываем. К себе же в портфель. К себе же в портфель, а потом в мусорку, как положено. Ну, кстати, здесь тепло, ветра нет, и кажется, что градусов, наверное, 13 на улице. Ага. Гелендвагены всякие тут ездят. Машинки, джипы. Тихо, спокойно. Наконец-то я увидела цветочки. Вот они. Красивые какие. Свернули с дорожки, потому что там грязно. Решили подняться на тропинку. Чё, цветочек? Он какой красивый. Вот эти вот желтенькие цветочки, это примула. Они съедобные. Мы не пробовали. Я вроде не так голодна, чтобы съесть цветочек. Пусть лучше растет дальше. Такая горка красивая, живописная. Здесь можно увидеть желтопузика. Или змейку-медянку. Обалдеть! Видите, не видите? Они просто желтенькие. Кто-то сюда приезжает на отдых. Мишу практически не видно. Мимикрирует под деревья. Ай, а здесь уже так влажная земля. Можно подскользнуться. Черепашки еще не проснулись. У нас обычно черепашки, черепаха Никольского, это такое краснокнижное животное, которое здесь живет, она просыпается, когда на улице. И температура ночью тоже поднимается до плюс 15, даже плюс 17 где-то так. То есть пока они еще спят. Кстати, вот синий колокольчик, который мы вот сейчас снимали, Google идентифицировал как пролеска сибирская. Угу. Интернет, конечно, интернет в помощь, делает, но да. Но помогает, очень много интересного узнаешь. Теперь я буду знать, что это пролеска сибирская, это да? Это говно какое-то. Лошадиное. Но это я и так, и без Google знаю. В лесу можно встретить часто блогеров. Они стоят в разных позах и снимают что-то интересное на камеру. Чаще всего они прячутся за деревьями и не позволяют другим снимать свое лицо. Давайте проследим за этим молодым экземпляром и посмотрим, какой контент он снимет для своих зрителей. Плющ очень красиво украшает деревья, хоть он и не совсем для них полезен,
Но благодаря плющу, который обвивает дубы и другие деревья, все вокруг кажется зелененьким. Что-то Михаил там нашел. Пойдемте проверим. Что это? Ух ты! Класс! И вот еще. Вот срывать мы их не будем есть, тем более надо будет загуглить, как они называются. Если вы не знаете гриб, то, конечно же, лучше его не использовать в пищу и даже не трогать. Мы его кушать не будем, честно слово. Отсюда уже слышен шум водопада и реки. И цветов стало больше. По всему склону они растут. Чем ближе к речке, тем их больше. Смотрите. Все, нам осталось спуститься, и мы уже дошли до водопада Шнурок. Ух ты, там сделали такой переходик, чтобы можно было обойти не по воде, не по речке. Так, по камням. Оп, 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 оп. Все, идем с вами. Такой вот мостик импровизированный. Я надеюсь, он меня выдержит. Что-то как-то... Оп! Так, идем. Черт! Просто он шатается. Так, стоять. Мостик, стой. Пожалуйста, стой. Мне надо перепрыгнуть. Я перешла. Просто она... Я думала, она не шатается. Она шатается, эта лесенка. Здесь, видите? Цветочки по реке. Везде. Красиво. Идешь, и настроение вот тут вот точно весеннее чувствуется. А это что у нас такое вылезает? Интересно. Ого! Там был обвал впереди. Мы уже с вами дошли.
все, я перебралась на другую сторону, и мы идем с вами к водопаду. Сейчас водопады полноводные, и смотреть на них одно удовольствие, если честно. Потому что именно в такую погоду, когда речки полноводные, водопады самые красивые. Вот он, шнурок. Друзья, я надеюсь, что прогулка вам понравилась. Если так, то не забудьте подписаться на наш Дзен, на YouTube-канал. И, конечно же, оставляйте комментарии, были вы в этом месте или нет. Ну а с вами, как всегда, была Виктория. И Михаил. Пока-пока.